Песком Аргунеса. Ауф. Серега, петь будешь? Я, в принципе, именно петь начал относительно недавно. Ну, пытаться петь. В район охраняют горгули. Эх, сука. Песни «Голос X-Factor'а. Ебанутых денег стоит же. Если бы не в кайф к нам идти, иди нахуй. Рэп, кал, слушай металл. Наконец-то люди узнают о тебе правду, Сань. PLC против херни на вписке у Маргулиса. Серег, ты звезда? Нет. PLC ответ. Сейчас везде принесут вискарь, и мы начнем. Это вписка у Маргулиса. Тут молодежь вся. Александр Степанов. Всем здравствуйте, всем добрый вечер в этом моменте. Буря оваций. Сегодня у нас в студии очень тепло, потому что здесь сегодня юг, здесь сегодня Краснодар. В гостях мой друг, потрясающий музыкант. Я рад, что я могу назвать его другом. Должна последовать фраза про тепло ваших сердец. Вот это не будет? Нет, нет. Нахер, хорошо. PLC на вписке у Маргулиса. Серега, давай. А, извини, Эрик, давай. В сумраке каменных джунглей, высотки дымящейся улей, район охраняя горгули, здесь каждый в голове с пули. Здесь джентльмены, они не танцуют, здесь дамы, они не пасуют. Жизнь, что нам дарят обложки журналов, здесь не вывозят по сумме. Стрелки кричат, надо успеть, улицы шепчут, будь злит. Сердце как уголь, пусть лит. Любовь умерла, да хуй с ней. Говорят, тебе здесь место, но смотрю тебе в душу, там есть склад. Если в собственной шкуре тесно, мы принесли вам о добром и пей склад. Весь этот город пылает огнем. Он загорелся от этой искры. Сияй и ты. Работает как часовой механизм. Неподчинение здесь главный грех. Смирись, опусти руки вниз. Либо всегда будь готов поднимать руки вверх. Внутри будто бомба на таймере. Тьму осветит вспышка фаера. Мигалки, софиты, бьют стробами камер. Ныряем в толпу, как дайверы. Огонь поднимается выше. Почувствуй, как улица дышит. Когда мы уйдем, квартал будет выше. Мы сделаем так, чтобы ты нас услышал. Клубы дыма так мягко, как удали. Картинка плывет, мир как удали. Со мной мои люди бунтари. Вокруг все пылает, так пусть гори. Кварталы ночью сияют, как на вписке у Маргулиса. Здорово еще. Добрый вечер. Для меня большая честь находиться здесь и петь перед вами, конечно же, перед тобой. Спасибо. Даже перед тобой. Вы точно друзья? На самом деле, Евгений Шулимович, для музыканта большая честь услышать ваше мнение о своем творчестве. Это как демку показать. Это как вот экзамен сдать. Волноваться теперь начал. Что вы хотите узнать в первую очередь? Ты вроде бы позиционируешь себя как рэпер. Нет. Это меня позиционирует. Тебя, да. Почему тебя считают рэпером? Ну, я начинал с этого. С детства слушаю самую разную музыку. 10 лет мне было, 5 класс, и я увидел клип Aerosmith Crazy. И такой, что? Вот это круто. И вот, допустим, с 5 класса я фанат Aerosmith. Потом пришла там альтернативная рок-музыка, например, там Korn, Limp Bizkit и так далее. Это в 6 классе, так? Ну, в 7 где-то, вот так вот. Ну и так далее. Потом рэп-музыка появилась, да. И просто рэп мне показался наиболее удобным и доступным для меня на тот момент жанром, в котором можно что-то делать. Я, в принципе, именно петь начал относительно недавно. Ну, пытаться петь, скажем так. Но для рэпера ты слишком хорошо поешь. С рэперов просто спрос меньше. Можно косячить, такой, я рэпер. Ага, ага.
Не, ну у тебя получается. Насколько я понимаю, рэп это, ну... Давайте. Частушки, скороговорки. Ну нет, я готов отстаивать жанр прям до последнего, потому что это очень сложно, очень интересно. Да нет, я понимаю, что это очень сложно, но, скажем, для меня, человека, который в детстве слушал Моцарта, Чайковского... Ты что, Моцарт тогда еще жил? Да, в оригинале. Я слушал это в оригинале. То есть несколько отличается от того, к чему я привык. И знаешь, если раньше музыку любили все всю, то сейчас как-то делятся все на сегменты. Ой, я не соглашусь. Рокер, другой рэпер. Поддержу Серегу. Я не соглашусь, потому что наоборот, сейчас как раз-таки жанры сливаются. И сейчас уже нет такой принципиальной какой-то позиции там из серии «О, я рэпер, сейчас пойду драться с рокерами». Это ж было прям «Рэп-кал, слушай металл». Понеслась. То есть за широкие штаны можно было выхватить легко на улице. И я выхватывал. Подожди, это в каком городе? В Краснодаре. В любом. Я отчетливо помню, это был 2005 год. Я шел с девочкой по улице, у меня были широкие штаны. И слышу сзади какой-то топот. И такой, а что за штаны такие? Поворачиваю, там толпа ребят в берцах. Прилетело. Но, по-моему, краснодарские-то были всегда нормальные, не? Ну, теперь да. То есть ты свалил, и город стал нормальным? Я не свалил, я в Краснодаре жил. Это вы так сказали спасибо? Нет. Мне нравится, когда артисты, которые делают что-то в Москве, возвращают в свои города. Вот Чайф, к примеру. Окей, it's wonderful. Next song? Sure, I will. А когда это мы стали вещать на западную аудиторию-то? Следующий трек называется «Тысяча лет». Это трек с Левой, Льван Горозия. Вот, но его сегодня нет, поэтому я буду петь за него второй куплет. Че, поехали? Да. Тысячу лет мы продолжаем наш путь, и пускай нам ставят это вину. Я знаю, что когда-нибудь обязательно к тебе приду. Тысячу лет мы продолжаем наш путь, и пускай нам ставят эту вину. Я знаю, что когда-нибудь обязательно к тебе приду. Потерянный рай, найденный ад, так много дорог и рек дому, но идем наугад. Непрошенный дар, медленный яд, мы в поисках противоядия. Тысячи-тысячи лет подряд, и выпито море, разнюханы все дороги на этом пути. Мудрецы не дают нам ответов, и ты здесь снова один. За спиной тысячи лет, сколько еще впереди. Но я возвращаюсь домой, я продолжаю идти. Тысячи-тысячи лет мы продолжаем наш путь, и пускай нам ставят это вину. Я знаю, что когда-нибудь обязательно к тебе приду. Тысячи лет мы продолжаем наш путь, и пускай нам ставят это вину. Я знаю, что когда-нибудь обязательно к тебе. Я забыл Левин куплет. Я слышал, что можно еще раз этот дубль сделать. Да нет, продолжай. Теперь я знаю, дорога наркотик. Какой в этом смысл, кто ищет, находит. Эту тысячу лет при любой погоде. Я всегда в пути, я всегда в дороге. Я всегда в дороге. Тысячи лет, тысячи дней, тысячи лиц. Тысячи тех, кто не дошел, падали ниц. Тысячи метров на пути к ней, тысячи спит. Я тихо зайду, надеюсь, что она еще спит. Тысячи лет мы продолжаем наш путь, и пускай нам ставят эту вину. Я знаю, что когда-нибудь обязательно к тебе приду. Тысячи лет мы продолжаем наш путь, и пускай нам ставят эту вину. Я знаю, что когда-нибудь обязательно к тебе. Tell me who's the writing,
John the Revelator, tell me who's the writing. John the Revelator, tell me who's the writing. John the Revelator wrote the book of seven seas. Baby, tell me who's the writing. John the Revelator, tell me who's the writing. John the Revelator, tell me who's the writing. John the Revelator wrote the book of seven seas, baby. Тысячи лет мы продолжаем наш путь, и пускай нам ставят эту вину. Я знаю, что когда-нибудь обязательно к тебе приду. Тысячи лет мы продолжаем наш путь. Громче. Обязательно к тебе приду. DLC. Слушай, новый альбом вышел. Да, это альбом. Песня с нового альбома. Да. Причем эта песня была написана еще до альбома «Восход» 3 года назад. И вот сейчас эта песня вышла. Да, она ждала своего. Какие там еще фиты у тебя на альбоме? С «Елкой» фит, группой «Модель поведения», это краснодарская такая инди-рок. Есть еще «Никита Симбл», электронный музыкант из Ростова-на-Дону. Я вообще топлю вот за локальную движуху. В этом есть своя тема. Если мы говорим про локальную историю, то я не могу не упомянуть про слово. Евгений, вы знаете, что такое слово? Да. В городе Краснодаре была некая формация, которая специализировалась, по-моему, на батлах. Да, да. Абсолютно верно. Громко будь, да, но мы принесли батл-рэп в Россию в этой форме. Вы были первые? Да, мы были первые. И как сейчас? Что сейчас со словом? Со словом понятия не имею. Ты, нет пошел? Слов. Нет, я периодически слежу за тем, что происходит. Мы в какой-то момент разрослись до большого количества филиалов во всей стране. И за ее пределами. Даже в Лондоне был филиал. А потом мне просто... То есть изначально, когда мы делали слово, да, у меня была полная уверенность, что ребята, которые участвуют, да, они используют это как площадку для какого-то старта и будут делать дальше музло. А потом все это вылилось так, что батлерам им не интересно делать музыку, им интересно батлить. И в какой-то момент мне это перестало быть интересным. И я такой, пойду делать дальше музло. Если вы сейчас не поняли, о чем мы разговаривали последние 10 минут, увы. Заходите, смотрите слово, смотрите Серегу на батлах, потому что уже и сам участвовал. Пару раз было. Да. А побеждал? У меня на самом деле один был серьезный батл. Это с 13:47, потому что там был реально... Я, в принципе, человек не конфликтный. Выходить и выдумывать там вот эти все панчи, все остальное на человека, к которому я нормально отношусь или которого я вообще не знаю, да, я себя дебилом ощущаю, то есть я вру людям как будто бы. И был батл после конфликта, настоящего конфликта, и там вот все по-настоящему уже было. Как один чел, ты блядский ублюдок, и все ваши батлы мне кажутся тленом. В банальных вещах начинаете путать, и левый базар вам стал фактом подмены. Вот там, да, я выиграл, если не ошибаюсь. Какая честно, у вас сложная и интересная жизнь, а? Не, говно собачье. Зато какие хорошие песни, и одну мы сейчас будем песни хорошие, слушать. Да. Серега, петь будешь? Конечно. PLC! Под ваши аплодисменты. Время утекает, как вода, но ты по-прежнему так красиво. Я бы многое сейчас отдал, но ты разбиваешь сердце за спасибо. Когда ты снова попадаешь на радар, все сразу ставят ставки в слово казино. На этом был уже и все отдал, ведь ты разбиваешь сердце за спасибо. Все ставят на красное, но нужно крепче. И знаю, сыграть зеро. Знаю, опасно и время не лечит. Твой взгляд запускает эффект домино. Длинные шеи, ключицы и плечи. Я сыплюсь, как карточный дом. Не спорь с притяжением на полу вещи и твой ебанутый Луи Виттон. Время утекает, как вода, но ты по-прежнему так красиво.
Я бы многое сейчас отдал, но ты разбиваешь сердце за спасибо. Когда ты снова попадаешь на радар, все сразу ставят ставки, слов казино. Но я там был уже и все отдал, ведь ты разбиваешь сердце за спасибо. Ты гонишься за счастьем, но то гонится за ветром. А счастье чаще где-то на простых моментах. Счастье вроде получаешься, не находишь себя в этом. Вспоминая кофе, три в одном, рассветы, сигареты. Как дела? Простой вопрос, но не простых ответов. Но есть время, пока солнце в небе жжет хвосты кометам. И мы искрим порой на стыках, безусловно. Сейчас нет ближе никого, ведь мы сожжем мосты к обеду снова. Ты хотел эту долбанную луи, хотел подарить тебе весь мир. Бежал от тебя в города, бежал от тебя в эти песни. Бежишь от тебя в инстаграм, типа ты так интересней. Все эти цацкие шмотки, но мне больше нравится без них. Мы снова возвращаемся туда, где нас нет. Но мы же понимаем, это не всерьез. Тебе было мало звездного неба, сегодня нам хватит пяти звезд. Время утекает, как вода, но ты по-прежнему так красиво. Я бы многое сейчас отдал, но ты разбиваешь сердце за спасибо. Когда ты снова попадаешь на радар, все сразу ставят ставки, слов казино. Но я там был уже и все отдал, ведь ты разбиваешь сердце за спасибо. Время утекает, как вода, но ты по-прежнему так красива. Я бы много сейчас отдал. Молодцы какие! PLC на вписке у Маргулиса. Ладно, опустим про Луи Виттон. Окей. Ебанутых денег стоит же, ну чё? Братан, ну ты же и зарабатываешь хорошо. Но когда ты еще не зарабатываешь... Надо подождать. Есть турецкий Луи Виттон. Песни. У тебя была строчка, что ты выбираешь песни. Ты же был на песнях. Был. И ты единственный артист, который выжил из этого шоу все, что можно, ничего не подписал и спокойненько ушел в свободное плавание, сохранив со всеми хорошие отношения. Научи, как у тебя получилось? Да просто не выебывайтесь. Золотые слова. Когда я пришел, я сразу сказал, ну, то есть, когда мне дали контракт, да, я сразу сказал, мне вот это, вот это, вот это, вот это не устраивает. Либо давайте поменяем, либо нет. Просто будь честен. Надо ли, на твой взгляд, молодым артистам идти на какие-то вот такие шоу, типа, не знаю, песни, голос, X-факторы? Бро, я вот честно считаю, нужно делать, что тебе в кайф. То есть, если тебе в кайф пойти на шоу, песни, иди, хватит вот это вот, все. Если тебе кайф пойти на вписку к Маргулису, да, иди. Тот несоизмеримый кайф. Наша история – это кайф. А все остальные истории... Ну, кому как. Если тебе не в кайф к нам идти, иди нахуй. Вписка! Вписка у Маргулиса. Ауф. Я еще вырежу, господи, я сам монтирую это шоу. Конечно. PLC. Это значит, что мы поем следующую песню, да? Да. Окей. Припев на вас, окей? Я вижу полный зал малышек. Можно гитару мне погромче, пожалуйста? Полный зал малыша. Малышке нравится. Моя обезьянка из каменных джунглей. Малышке нравится. Она носит Джорданы, не любит туфли. Малышке нравится.
Говорить с тобой так, что приходится гуглить. Малышке нравится. От сердца станок горслеющих углей. Чил, сделай-ка это погромче, сделай погромче. Они не чувствуют это, так надо помочь, им надо помочь. Пусть их заполнит под самый под потолочек, под потолочек. Тебе качает поток, так это мой почерк, а? Хопчик, лекарства намного побочных, очень, очень. Твоя подруга подсела, так этого хочет, очень. Любит постарше и без заморочек, оу, shit. Днем она рядом, но где она ночью, а где она? Я не цепляю твою мину, ей нравятся все наши лонги на теле. На кране мы много кого повертели, сняли с петель. Я знаю цену твоих отношений, пара коктейлей. Она всегда в теме, двумя руками двойное видение. Малышке нравится моя обезьянка из каменных джунглей. Малышке нравится хип-хоп. Она носит Джордана, не любит туфли. Малышке нравится хип-хоп. Говорит с тобой так, что приходится гуглить. Малышке нравится хип-хоп. От сердца остави горстлеющих углей. Так горячо на каблуках, но любит Джордан. Тату на плечах, небо в руках, короткие шорты. Так долго искал, таких как она, но не нашел. Закрутить бы и вставить, как дурь особого сорта. Пора домой, деви пропущенных, но ей здесь нравится. Говорят, ей не надо стесняться, но она не стесняется. Смотрит на время, на часах еще пятница. Походу задержится, до воскресенья останется. Я видел, как парни с такой, как она, слетали с катушек. Кто хочет повыше, кто хочет поглубже, все может разрушить. Забудь про нее, наконец, тебе этот расклад вряд ли нужен. Не то чтобы ты плох, просто мы лучше. Малышке нравится моя обезьянка из каменной джунгли. Малышке нравится. Она носит Джордан и не любит туфли. Малышке нравится хип-хо. Говорит с тобой так, что приходится гугли. Малышке нравится хип-хо. От сердца остави горстлеющих углей. От сердца остави горстлеющих углей. Малышке нравится. TLC на вписке у Маргулиса. Слушай, а прикольно, когда приходят поклонники с простынями, там мне понравилось. То есть, это банданы. Не просто, не это черный флаг. Да ладно, покажи. На самом деле у Сереги очень крутая фан-база, и по городам они ездят. А там что? Это банданы, да? Банданы, черный флаг. Дай-ка мне одну сразу. Я себе забираю. Все правильно. Спасибо. Мы говорим про ТикТок, мы говорим часто про Инстаграм, но мы ни разу не говорили ни с кем про Телеграм. А я так понял, что сегодня все, кто здесь, ты бросил клич у себя в Телеграм-канале. Да, да, у меня есть Телеграм-канал, и в нем есть чат, где я, ну, реально общаюсь. Всем отвечаешь? Ну да. А вот скажи, а количество мудаков больше, чем нормальных людей? На своих социальных вот сетях я практически не вижу мудаков. Ну, честно, почему вы все такие прекрасные, я не знаю. Ну вот серьезно. Давай попросим. Все мудаки. Пишите. Пишите себе. Мудаки. Да. Им нравится то, что я делаю. Если им не нравится, они критикуют, да. А как они критикуют? Ну, типа, блин, Сереж, ну вот там ты накосячил. Ну, типа, как ты вот накосячил, что они тебя такие. Слушай, у меня был в Питере концерт. Так. Акустика. Это был худший концерт в моей жизни, но были в сопли. Вот. А зал был трезвый? Во-вторых, да. Нет, ну плюс-минус. А во-вторых, людей было, не знаю, человек 200-300, и они пели громче, чем мы. И это дико сбивало, особенно когда ты в соплях после вот текилы и всего остального. И это было прям ужасно. Вот тогда я, конечно, получал критику. И тебе написали письмо, что ты хорек.
Нет, ну типа они деликатно, аккуратно типа сказали, чувак. Я извиняюсь, а что такое хорек? Хорек? Животное такое. Типа я понимаю, как связь. Ну, мудаком меня было, наверное, неловко называть сейчас. Потом хорек. Я почему-то вспомнил детский стишок. Какой-то маленький хорек по заваленке пробег. Я хлопаю по яйцам, смотрю, хорек валяется. Вот не знаю, почему-то мне пришло. Я люблю ваши стихи, это прекрасно. Ну это лучше, мудак, скажи. Да. Не понял, это было обращение сейчас или вопрос? Мудак, скажи, или лучше, чем мудак, скажи. Серега нас сейчас унесет какие-то другие миры, давай петь. Да, да. О, следующая песня называется «Миллион». «Алхрос»? Это трек с альбома «Новый». «Новый» — это название альбома. И у него есть интересная история. Пару лет назад была тусовка в клубе какая-то. Я познакомился с девочкой. И потом мы что-то разговорились туда-сюда. И по ее рассказу она пережила выход из тела. Пережила клиническую смерть. Очень многое в ее мировосприятии и понимании поменялось. И она мне сказала, смерть не существует. Существует только смерть других людей. Твоя смерть не существует, и никогда не сможешь ее прожить, потому что душа бессмертна. И вот трек «Миллион», он как раз об этом, бессмертии души. Красиво подвел. PLC на вписке у Маргулиса. Зона. Воздух в клубе наэлектризован. Момент на паузе, как будто нарисован. Пробки в небо, топот пола, останавливаться нет резона. Кто-то говорит, как будто повезло нам, а мы уже привычно двигаемся на бессонном. Но я ловлю твой взгляд, и как парализован зон. Невинно и опасно, словно портману бессона. И все эти модели вроде горят золотом. Они красивые, пустые, словно Аризона. Я здесь не ищу ничего серьезного, но я ведь слово дал. Что делать непонятно, хоть вали из города. Время тянется, и утро ведь не скоро так. И мне так нравится, как ты рискованно раскованно. Взгляд на твою сторону, и так по подростковому. Я говорю здравому смыслу и кентам до скорого. И ты словно земли не касаюсь. Но может быть я тоже понравлюсь. И чтобы никому не досталось, я просто затяну ее в танец. Я вижу в ней миллион, миллион, миллион тайн. Я вижу в ней миллион, миллион, миллион тайн. Мы были кем-то друг другу уже тысячи раз в этих моментах. Я видел тебя в тысячи глаз, я помню все твои трещинки. Любишь так мои запонки, ты узнаешь по голосу. Я узнаю по запаху, два кофе без сахара. Я читал твои мысли, если в это не вырет, словимся в следующей жизни. И нас кружат в этом танце уже тысячу лет. Сколько твоих таких взглядов я ловил на себе. Нашел себя опять в толпе каких-то селеб. Ты снова не пьешь, я снова навеселе. В словах тесно, с каждым разом рамки давят сильнее. Неизвестно, что нас ожидает там на земле. Но я знаю, что однажды мы вернемся домой. Через время все миры и жизни я за тобой. Иду словно земли не касаюсь. Но что если и тоже понравлюсь. И чтобы никому не досталось, я просто затяну ее в танец. Я вижу в ней миллион, миллион, миллион тайн. Я вижу в ней миллион, миллион, миллион тайн. Иду словно земли не касаюсь. Но что если и тоже понравлюсь. И чтобы никому не досталось, я просто затяну ее в танец. Я вижу в ней миллион, миллион тайн. PLC, PLC. А у меня появилась идея. Я подумал, Евгений Шульевич, а вы можете сыграть на гитаре, ну вот, блатничок? Да, конечно, вы можете. Что мы начинаем эту историю вообще? А мы на эту песню наложим «Пусть горит». Присядем? Попроще. Ну что, Серега, поехали. Давай. В сумраке
каменных джунглей, джунглей сумерки, высотки дымящиеся улей, ой, высотки эти, район охраняют горгули. Эх, сука. Здесь каждый в голове с пулей. Пусть горит, пусть горит, пусть горит, вместе с вами все вместе. Пусть горит, 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 пусть горит. PLC, Евгений Маргулис, Disco Маргулис. Евгений Шульев. Я тебе хочу сказать, что при детальном разложении, вот скажем, рэповая история, это все равно получается дворовая песня. Всегда? Мне кажется, все это более индивидуально. Может быть, дворовая, может быть... и. Послушай, если песню можно сыграть на гитаре, тебя народ полюбит еще больше. Я думаю, полюбит весь подъезд, весь район, весь мир. Пилси. Пилси. Следующую песню, я прислал видео, да, на нее... с Тавриды. Да. Это очень крутая песня. Я лично наблюдал, как они ее ставят в конце смены. В конце смены, я не понял, это что? Есть фестиваль Таврида, арт. Да. И там приезжают дети, юноши, подростки. Ну, там до 30 лет, да, по-моему. Ну, это дети. Ну, конечно. Да. Мы на вписке у Маргулиса тут. В общем, в конце фестиваля они ставят песню PLC, которая будет следующей. И реально она для них гимн. Крутая песня сейчас будет, короче, Серег. Ну что, PLC? PLC. PLC! Давай, таврическая. Можно гитару громче? А можно еще, прежде чем ты не начал, есть какое-то у твоих слушателей название? PLC. Это все маркетинг, это все от лукавого. Нет, я не... Раскрыло тебя наконец-то, да? Нет, ну зачем мне их как-то... Вот они ребята, которые приходят, и им нравится моя музыка. Я, честно, категорически против вот этой всей херни. Против херни? Да. PLC против херни на вписке у Маргулиса. Это хорошее название фильма. PLC против херни? Да. Я просто представляю себе эти вот кинотеатры «Октябрь», и такая огромная вывеска стоит, Серега такой. И надпись PLC против херни. Да. Смотрите в кинотеатре. Я тут что подумал? Что Серега один из немногих артистов рэп-сцены, который, я могу сказать, действительно круто выступает вживую. Терпеть не могу концерты, где люди где-то далеко. В первую очередь важен вот этот коннект. Вот этот. Так иди в зал и пой. Пойдем. Пойдем. Классно будет. Ты еще ходить-то можешь, вроде. Ты нет. Ты стол. Мы просто спросили. Готов? Мы поехали. Ты танцуешь на песке одна. Так горяча, что во мне тает снег. Детка, мы же на одной волне. Детка, мы же на одной волне. Ты танцуешь на песке одна. Море в стиле, но в тоске по нам. И допиваю за успех до дна. Волна стирает на песке one left. Мы так и не смогли догнать. Мы так и не смогли понять. Мы же были на одной волне. Детка, мы же на одной волне. Вы! Я хотел бы не знать тебя. Но это так обязательно. Если прошла по касательной, не умирал бы за тебя. Но такие, как ты, проходят на вылет. Второй куплет, помните? Обычно второй громче первого делают. А сейчас и узнаем. Сейчас узнаем. Давайте вместе, окей? Не стесняйтесь.
Ты казалась такой взрослой, когда улетала. Цель на жизнь, карьера, карьера, четкие планы. Но жизнь имела в виду, что все будет гладко и просто. Теперь я смотрю на тебя и вижу ребенка, что потерялся на перекрестке. И я хотел бы помочь тебе, но кажется, я закончился. У нас была целая жизнь. Теперь у нас ровно полчаса под сорванными крышами. Мне пора обратно, ведь все, что обо мне ты слышала, наглая правда. Мы прячемся от вспышек туда, где потемнее. Прикинь, они хотят меня под песни о тебе. Перед тобой море, мои флаги на ветру. Я целую горизонт, ты танцуешь на берегу. PLC на вписке у Маргулиса и все, кто пел вместе с ним здесь и по ту сторону мониторов. А понравилось ходить, народ, тебе? Всегда обожал и обожаю. Слушай, а квартирники вот такие вот акустические концерты вы играете, да? Да, да. У нас есть такой формат концертов — акустика. Сегодня у нас это самая трезвая акустика ever вообще. Никогда такой трезвой акустики это не пока было. Потому что обычно акустика — это в конце уже давайте споем «Аллилуйя», там, или «Аллилуйя», еще что-нибудь. Я не могу себе представить пьянку, чтобы в конце спеть «Аллилуйя». А ты приходи к нам на концерт, на акустику. И Серега такой: ну что, друзья, я благословляю этот вечер, скажите «Пиаси». Слушай, акустику вы играете вдвоем? Или... Да. Ну, гости там бывают. А, гости. А гости какие? Певцы, музыканты, кто? Ну да, певцы. Алкоголики. Алкоголики, да. Вот кто пьет, те приходят на акустику. Акустика, вот этот формат акустический, он появился... Это был у нас в студии в Краснодаре. Да. Большой. Вот у нас там были какие-то безумные тусовки. И как раз появился Эрик. И такие мы начали перекладывать просто мои какие-то песни на акустику, на гитару. Эрик вообще типа... он чуть потерялся, заметь. Не-не-не, он никогда не теряется. Посмотри. все. То есть акустический формат — это именно вот, когда все вместе поют. И в принципе я терпеть не могу огромный барьер, когда между... Так в этом же и плюс нашего квартирника, что и вы можете так близко послушать своего любимого артиста. Да, ты выходишь в блестках, у тебя стринги, а тут вот вышел, вот, знаешь, ты написал и показал, и спел. То есть нормальный живой человек. PLC, братцы? Да не знаю. Я вам просто про стринги по секрету рассказал, но... Я тебя просил. Я и про себя рассказал. Я же просил, даже осталось, ну, между тобой, мной и Киреевым остается там. Это очень классное место. Это в Москве? Нет, в Краснодаре. Замечательное заведение. Ну, с огнетушителем это... Рассказываю историю. Вечеринка, вот птица. Потом ребята поехали в номер. То есть я этого не видел лично, но я видел записи с камер видеонаблюдения из отеля. Саша СТ за спиной с огнетушителем стучится в номер Илье Кирееву. Очень классный исполнитель, если не знаете, обязательно чекайте. Послушайте. Это уже там утро раннее, то есть Илья уже спит. Он такой: кто там? Я, это Саня Степ, братан, открой. Плюс-минус. Киреев открывает в одних трусах, и Саня просто с огнетушителем. На! Тот пошел нахер, хлопает дверью, проходит минуту, он такой: да ладно, все, я пошутил, братан, ну серьезно, сейчас разговор есть, открой, пожалуйста. Он ведется снова на эту хуйню, открывает еще раз, на, еще раз. Вот, эти видео потом долго гуляли по Краснодару. Да? Ну, так, плюс-минус. Но ржака была не в том, я реально не помню этой истории, но местами я с утра спускаюсь вниз и чисто из вежливости к заведению говорю: извините, если мы себя вчера плохо вели. Они такие: а у вас, молодой человек, спина в татуировках? Я такой: и они меня ведут показывать это видео, а там просто это... Наконец-то люди узнают о тебе правду, Сань. Нет. Петь будем? Последняя песня осталась. Вот поэтому и оттягивали момент. Песня-то осталась одна. Ты же, насколько я знаю, любишь блюз. Обожаем. Ну вот смотри, есть человек, который очень разбирается в блюзе. Лучше всех играет блюз.
гитарку? Да. Наконец-то. Вот это движуха. Рыпуй. One, two, three, four. Воднят ворот широкие штаны. Мы с района, простые пацаны. На гитаре аккордов пять. Два. Вот этой лапой мне не зажать, но зато мой друг лучше всех играет блюз. А я повторюсь, он лучше всех играет блюз. Я думаю, на этом надо заканчивать. Мне все это нравится. Пилси. Евгений Маргулис. Эстер. Эрик. Круто. И еще одна песня. Да. Да, вообще эту песню я накидал на iPad в GarageBand'е. А потом с Никитой Симбл, очень крутой электронный музыкант из города Ростов-на-Дону, мы с ним доделали аранжировку и написал текст. Это та песня, которой я могу гордиться, и, ну, на мой вкус это пока что лучшее, что я делал, на мой взгляд. Ого! PLC и ваши аплодисменты! Я пою свою песню, пою как умею, простыми словами, еще проще ноты. Я нашел свое место, чужим не болею, а вы как угодно. Я пою как умею, пишу как я чувствую, когда нужна пауза, я беру время сказать во что верю, в строке, чтоб не пусто, и вы там на конвейере. В гонке за моды, делайте как вам угодно. В спину летели мне камни, но я забыл, кто бросал их. Тишину разрезает дыхание, когда ты как вопрос неудобный. Мне лучше быть сбоем в программе, чем то, что нужно исправить, а вы как угодно. Страны богов, страхи, границы врагов, каждому список долгов, каждому крест и голгов, чтоб однажды проснуться свобод. Но я-то к чему я готов, а вы как угодно. Я не верю в войну ради мира, не верю в убийство за жизнь. Они говорят, нам так необходимо, красиво забравшись на высоту слога. Но мы золотых перевых, чё-то кровь не чернила. Я пройду мимо, а вы как угодно. Я пою свою песню всем, кто готов ее слышать. Люди в больших кабинетах снова закроют куда-то дорогу. Ну а пойду в неизвестность, пока в ней кто-то дышит. А вы как угодно. Песню пою как умею, простыми словами, еще проще нот. Я нашел свое место, чужим не болею, а вы как угодно. PLC на вписке у Маргулиса. Спасибо большое вам всем. В плавание по волнам и в полет
на вылет. Это судьба. Он летает хуже. А нет, смотри. Спасибо большое, это было очень круто. Это вписка у Маргулиса. Тут молодежь вся тусуется. Это вписка у Маргулиса. Тут стоиста. Если мы покажем тебе, что такое хайп. Спасибо. А вот это опасно. Пиздец. Это называется пиздец. Эрик, живи.